Эпизод 6, часть 4. Ведомый слепым. Итак, Шен создает устройство, квантовую батарею, которая будет содержать бесконечное количество энергии. Она может изменить мир к лучшему, и правительство мира хотят превратить ее в оружие. Я не виню Шена за побег или Лиан за помощь ему. Лиан и Шен. Интересно, правда ли то, что сказала Тереза обо мне и Лиан? Если я выберусь отсюда живым, я попробую спросить ее, но сначала я должен заняться Битаром. Ух ты, тут прям потоп пошел. Слоу-моушен пошел, отлично. Дамбу затапливает, проследите, чтобы все шлюзы были опечатаны. Только не на время, пожалуйста. Дамба скоро обрушится, Гейб, она от напряжения, тебе нужно заканчивать сейчас же. Я сейчас снаружи зарядной камеры, Битару на этот раз от меня не уйти. Только не на время, пожалуйста. Ого, ух, ебать, он меня хуйнул, тихо. Вот это он мне сейчас дал просто прикурить. Я не знаю, с чего они стреляют. Не знаю, с чего они стреляют, но стреляют они... Давай. Нет, ты живой, ты не притворяйся, я все вижу. Фу, ток. Ага, это у нас то, что я думаю, конечно. Патроны, бронежилет взял. Патроны на эту сучку. Хорошо, так, туда я не пройду, это явно только сюда. Угу. Блять, ты тут так просто стоишь, брат. Просто ты стоишь и меня крепишь. Некрасиво. Сейчас мы там перекроем. А тут огонь. Газ перекроем и огонь. Это закончится здесь. Ну, конечно, закончится здесь. Что у нас по компьютеру? Кружок, кружок, треугольник, квадрат, кружок, треугольник, треугольник. Спрятанные предметы найдены. Хорошо. Давайте возьмем гранату. М67. Хорошо. Они уже тут меня, походу, ждут. Да? Конечно. Ты петух бронированный. Так. Эти, вот видите, сейчас пошла мода на этих малых. Мне бы его... Я не попадаю, да? Бля, не попадаю вообще, ну пиздец, ну. Чем же его раздраконить-то? Гранатой, что ли? Так, и теперь... Еще гранату надо кидать. И опять... Отлично. Похоронен, сукин сын. Берем у него карточку, вставляем ее сюда. Да, да, так и работает. Что тут происходит? Битар уходит, сука. Погоди, Габриэль Логан. Шен Рэй. Лиан рассказывала мне о тебе. Что с ним происходит? Зарядная станция нестабильна. Мне нужна твоя помощь. Мне нужно остановить Битара. Такими темпами скоро наступит расплавление. Если ты не поможешь мне удалить устройство сейчас же, мы все умрем. А ты не можешь отключить энергию? Нет, я буду работать отсюда, из комнаты управления, пока ты останешься там и удалишь устройство. Это опасно, но это единственный способ. Значит, мне нужно отправиться в рабочий нестабильный терминал и удалить все устройство. Так? Давай приступим. Но если никакие питеры здесь бегать не будут, помоги мне открыть зарядные станции. Так, сюда, я не знаю, можно под... Я не пойму, что он от меня хочет. Где он? Я найду тебя, как только ты... Направляюсь к первой панели. Что он от меня хочет, я не пойму. Воспользуйся панелью, которая напротив меня, чтобы мы смогли открыть эту зарядную станцию. Так, я не понял, не очень я понял, что от меня требуется.
Блять. Мне не нравится этого. Он умер хоть. Еще один, да? Так, он уже красный, значит, я его подранил. Стой, брат. Блять. Когда ты стоишь, ты мне нравишься. Так, подожди, что здесь я сделал? Сейчас при каждом будут, короче, мудаки всякие, да? Что ты ждешь, я не пойму. Уровень энергии будет лучше с каждым удаленным. Угу. Я не пойму, что ты от меня хочешь, брат. Нет. Ну, короче, надо к этим штукам подходить, я понял. Документы давайте возьмем, конечно же. Блять, не пойму. Туда мне пока идти ж не нужно. Это... Гейб, нам нужно работать сообща. Да я понял, только я не понял, что ты от меня хочешь. Чё, блядь, жду. Чего ты ждешь, брат? Чего ты ждешь, я не понимаю, честно. Это что, я туда пришел? Да, я сюда пришел, да, все верно. Может, мне надо вниз спуститься? Что-то тут нажать? Да нет, тут ничего не нажимается. Да все заткнись, блядь. Здесь нет ничего, смотри. И здесь нет ничего. Так, подхожу ко всем. Вот ко всем подхожу, брат. Что делать, я не знаю вообще. Забраться? Перелезть просто хочешь? Че, блядь? Так, найди Битара, удали со станции зарядки, извлеки экзет из станции зарядки. Я не понимаю, блядь. Я понимаю, брат, что нужно работать сообща. Давай патрона возьмем на эту штучку. АП-90. Достаю. Оно еще жизни отнимает, дело там что. Мудаки будут выходить? Нет, не будет. Нам нужно работать сообща. Так, здесь типа я забрал, да? Давай, отправляйся к следующей. Сейчас будет, по идее, муштандоиды выбегать. Беги давай. Походу там надо будет забирать, да? Протокол обхода. Угу. Блять, братва. Ага, попался. Так, одного мочмальнули. А второй где у нас? Бля, это будет бегать как поросенок, сука. Слышь, ну я тебе... Да, сука, умри. Так, есть, да? Так, достаем. Быстро, 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 быстро. Давай, жизни отнимается, это неплохо. Откуда? Блять, мудак. А, вижу. Все. Хорошо. Тихо, бронежилет есть. Давайте заберем его. Патроны. Ну давай, открываем последнюю станцию. Угу. Давайте здесь станем, здесь местяк будет повыгодней. Есть, срезал? Да. Где ты? Вижу.
Блять, может его лучше газом потравить, мудака. Готов. Не-не-не, стой. У нас, походу, что-то полуавтомат. У нас вообще не одиночная стрела. Давай-давай-давай, последнюю, отлично. Шен в безопасности, но Битар сбежал с устройством. Он пока еще не сбежал. Вот, послушай. Гейб, мне удалось прижать Битара, я не могу его удержать. Я в пути. Мы уходим, оставайся со мной. Так, ну сейчас будет он, блядь. Я не знаю, просто... Стой. Все? Готов, щенка. Один такой пидор, надеюсь. Сейчас тут, наверное... Не, не один. Ну, блядь, это вообще не серьезно с этими пидорами. Эта штука избивает, гляньте. Давай, 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 может все-таки. Отлично, еще раз. Сейчас мы их в десерт игла-то походу и положим. Давай еще раз, еще раз. Все, он готов? Да, он готов. Так, мне нужно патроны взять. Стой, братик, не... Ебанутый. Сейчас, если тебя, сучонка, убьют, пока меня будут, блять, брать патроны, я тебя, сука, потом еще раз убью. Сиди там, не выходи. Так. Давай-давай-давай-давай-давай. Отлично. Все? Не, не все. Стой. Тихо. Вот зачем Desert Eagle. Он этих пидоров убивает. Блять, патроны закончились, сука. Тяжело. Тут уже, конечно, и маты пошли, потому что... Потому что тяжело, и вот этих подсылают небронированных подонков уже везде, это не очень прикольно, я вам так скажу. Чё, блядь, ляд только что падал, теперь... Чё, теперь он не падает просто. Ёб твою мать. Пожалуйста, ёбаный ты в рот. Фу, пиздец какой-то. Вы, блядь, смейтесь надо мной, я не пойму. Последний выстрел. Не, он не решает. Взрывное есть? Да. Так, и теперь... Закрепиваем. Да. Карточка должна быть у него. Потому что там дальше... где карточка, сука? Там дальше вот надо карту вставлять. А. Может, у Шена карта есть? Угу. Битар, он убегает. Нет, не уйдет. Сейчас мы за Битаром поедем. Я отправлюсь за Битаром, а вы... Шеном, убирайтесь отсюда, направляйтесь в точку встречи. Фу, это жесть.